Приветствую вас, уважаемые зрители. Пришел мне очередной заказ с онлайн-гипермаркета 21 век. И пришел мне вот такой вот блок питания на 650 Вт фирма Cooler Master. 5 лет гарантии, бронза 80+. Как видите, все упаковано в целлофан. Очень тяжелый, хорошая твердая упаковка. Можно свободно переправлять по почте, и ничего с ним не случится. Сейчас распакуем и посмотрим сам блок питания. Распаковал коробочку, и также хочу показать, вместе с блоком питания заказали термопасту Arctic MX5. Очень хорошая термопаста, рекомендую. Открываем наш блок. Сверху видим инструкция. Сам блок питания запакован в большую пупырчатую пленку. Довольно тяжело весит, еще раз повторюсь. Пакетик силикогеля и болтики. Здесь повторяется опять же вся информация, технические характеристики. Ну, все, что вас интересует, можете посмотреть на сайте интернет-магазина. Там характеристики данного блока питания очень хорошо расписаны. Опять знак качества. Бронза 80+, 650 Вт. Довольно красивый блок. Провода черные, плоские. Сейчас посмотрим. По описанию на коробке довольно длинные. Ну да, тут реально по 50-55 сантиметров. Провода довольно большие, хорошие, плотные. Также про все разъемы. Если вас что-то интересует, в характеристиках все хорошо написано. Кабель на 220 вольт также присутствует в комплекте с блоком питания. На этом видео буду заканчивать. Спасибо за просмотр. До новых встреч!